Опять. Мы начинаем или как? Мы уже начали, Виталий. Добрый день, дорогие друзья. Можно даже сказать, наверное, бодрое время суток. Наше вещание происходит на глобальном уровне. Мы затрагиваем многие регионы, континенты, страны. И хотим, конечно, с большой любовью вам представить возможность компании APL. Как можно через знакомство компании международного класса изменить свою жизнь? И для начала хотелось представиться. Меня зовут Виталий. Вместе с супругой Надеждой Бертрам мы проживаем в Германии уже более 27 лет. И всю свою сознательную жизнь занимались именно коммерцией. А на протяжении уже последних 7 или, можно сказать, крайних 7 лет мы именно являемся сетевыми предпринимателями и с гордостью говорим, что мы являемся частью большой семьи компании APL. Чем привлекла компания именно нас? Почему с такой любовью мы можем говорить об этой компании? Потому что на протяжении нашего большого опыта мы понимаем, что развивается индустрия, развивается экономика. И наряду вот с проблематикой, которая всегда человечество сталкивается, это неопределенность или незнание, что ждет завтрашний день. Мы для себя открыли именно мир возможностей. Именно мир возможностей благодаря компании PL, инструмент, которым можно добиться результата своих целей и желаний, и, может быть, своих детских мечт, когда-то осуществить, может быть, забытые вот мечты, которые когда-то хотели реализовать. И благодаря именно сетевой индустрии мы сегодня говорим, что это одна из возможностей стабильного роста развития. Почему? Потому что рынок настолько быстро меняется, и сегодня многие крупные компании уже рассматривают или продвигают свои товары именно через эту индустрию. От довольного клиента, говорят, довольному клиенту, или мы же говорим от сердца к сердцу. Что для нас стало сетевой индустрией? Это в первую очередь возможность саморазвития. На протяжении 7 лет уже мы столько познакомились с умными, грамотными людьми, образованными людьми, потому что эта система объединяет людей, которые недовольны своим состоянием, недовольны своей нынешней ситуацией, может быть, финансовой ситуацией. И они всегда были в поиске и нашли именно тот путь, где мы вместе все можем добиваться именно больших-больших результатов. Насколько система эта выгодная, можно так сказать, конечно, это зависит от активности самого человека и понимания в целом всей системы, потому что именно сетевой маркетинг сегодня это новая волна будущего. Вот те люди, которые живут в парадигме прошлого, старого, да, с какими-то, может быть, понятиями, которые, может быть, не разобравшись в этой большой индустрии, то есть могут просто остаться на месте. Те люди, которые хотят в ногу со временем развиваться, конечно же, для себя уже давно рассматривают эту возможность, и мы об этой возможности вам будем сегодня вещать. И буду передавать слово другим спикерам, которые больше раскроют эту тему, именно почему компания APL, чем компания так привлекательна на сегодняшний день, какую позицию компания занимает на рынке. И все это благодаря желанию, как я уже сказал, именно что-то сделать в своей жизни больше. Просмотреть просто цепочку сетевой индустрии, то можно простым словом сказать, что сетевая индустрия дает возможность нам отдать товар от потребителя сразу к потребителю. Маленький пример, может быть, это уже банально, может быть, устарело это понятие, потому что как предприниматель мы прекрасно в истории своей развития именно предпринимательства понимали, сколько много инвестиций происходит на промежуточные звенья. Это логистика, это
работники, да, это персонал, это реклама, очень много средств занимает. А конечный результат именно накладывается именно на потребителя. Что сетевая индустрия в этом случае дает нам возможность? Она именно большую часть своей прибыли возвращает потребителям. Вот что очень важный момент. И если сравнивать сегодня с молодежью, которая знает уже возможность, да, заключать договора с поставщиком, то есть именно с производителем, не имея даже складов и продукции, уже предлагать конечный результат, конечный товар. Но здесь возникает именно такая неопределенность. Многие люди заказывают продукт, да, это очень часто делается через интернет, и по какой-то причине люди, не имеющие аналогов продукта в руках, не могут осуществить доставку, да, потому что вот эта цепочка прерывается, и есть понятие недоверия. Но в сетевой индустрии это доверие кратно вызывает именно тем, что мы все являемся именно непосредственно теми людьми, которые стоят, да, между компанией и производителем, причем соединяет производитель напрямую с потребителем. И эта система позволяет именно развиваться и делать грандиозные, большие обороты. И на практике компания PL уже это может прямо в истории показать, насколько динамично развивается компания по всему миру. Об этом говорят, конечно же, и цифры. Я знаю, что некоторые цифры раскроют наши следующие спикеры, но для нас именно значимое было при выборе именно компании, для нас надежда, насколько качественный продукт, насколько он актуальный на нынешней рынке, тем более это связано именно с продуктами питания, да еще высшего сорта и клеточного уровня. То есть сравнение мы именно увидели действительно, самый большой рейтинг доверия – это 3А, где вы можете это проследить на платформе Business Forum и именно все в цифрах, в деталях для себя посмотреть, ну, насколько действительно компания является или занимает лидирующие позиции. Если на протяжении последних лет, можно сказать, по голосованию, внутреннему голосованию, где именно могут позволить себе сказать или дать голос той или другой компании, то наша компания APL Go уже была призвана лучшей компанией прямых продаж. Для нас это очень, нас это очень радует, это, то есть мы горды. Плюс еще был такой приз за лучший маркетинг-план, который именно предлагает компания E-mail, который в следующем спикер, конечно, раскроет именно тонкости, может быть, маркетинг-плана и, конечно, лучший продукт для иммунной системы. Это тот продукт, который необходим абсолютно всем. Начиная от маленького младенца, заканчивая пожилым человеком, эти продукты необходимы. И компания именно может покрыть абсолютно потребность, глобальную потребность. И именно это дает нам развитие уже в 75 стран. И нас, конечно, это радует, как предприниматель. Мы когда-то с надеждой мечтали просто познакомиться с такой компанией, где мы могли бы с минимальными затратами открывать для себя возможность работы независимо от политических каких-то разногласий, независимо от экономических спада той или другой страны, именно развивать бизнес международный. И компания EPL нам в этом помогает. Именно поэтому мы уже говорим, что компания находится легально именно в 25, можно сказать, областях, континентов, где обслуживает уже 75 стран. И мы с гордостью говорим, что так как мы являемся и проживаем в Германии русскоговорящие, мы, конечно же, мы, конечно, имеем возможность именно общения не столько с родственниками, знакомыми, да, а теми людьми, которые такие же люди, потенциальные люди, которые именно тоже для себя хотят раскрыть эту возможность. И именно благодаря компании EPL жизнь наша с Надеждой кардинально изменилась. И это мы можем показать уже на практике. И с большим удовольствием хотел бы передать слово нашему земляку. Очень с гордостью это говорим, потому что мы сами приехали в Германию из города Омска.
Это Андрей Слюдиков и Ирина Новикова, управляющий директор и руководитель регионального центра обслуживания. Представляете, это маленький такой мостик, где мы опять вернулись в нашу родину, где мы сегодня больше общаемся именно не только с родственниками, знакомыми, одноклассниками, а именно людьми, которые близки по духу. Тем более Андрей оказался при нашем знакомстве, еще играет в хоккей. Для меня это было, потому что я в свое время тоже занимался хоккеем и с большой любовью отношусь к этому спорту. Знаю, что те люди, которые спортсмены, да, они очень закалены именно на характер такой, знаете, победителя, достигатора. И с большой радостью передаю ему слово. Андрей? Связь немножко задерживается, да? Представьте себе, как уходят вот эти вот сигналы сейчас до Омска долетают. Да, все, у меня Андрей, не рад включен тебя был слышать. микрофон, прошу Передаю прощения. Омск, Да. передаю тебе слово, и думаю, именно ты раскроешь нам своей истории, именно преимущество компании PLGO. Благодарю тебя, пожалуйста. Благодарю, Виталий, за столь такой промоушен, который ты предоставил, дал за меня, мне. И я очень рад, что я являюсь частью сегодняшнего вебинара, спикером на этом вебинаре. Во-первых, приветствую всех слушателей данного вебинара и хочу рассказать вкратце о себе. Я в течение 6 лет являюсь партнером компании APL. И так как компания продвигает семейные ценности, у нас с супругой, с Ириной Новиковой, семейный контракт в этой компании. И это здорово и замечательно. Я благодарен этой компании за эту возможность. Мы являемся управляющими директорами, так как сказал Виталий. А также мы являемся руководителями РСО в городе Омске, где у нас проходят массовые мероприятия, которые дают возможность познакомиться новым людям с нашей компанией и с нашей продукцией, продукцией компании. И тем, что дает те возможности, которые дает также компания. Ну и продолжим. Я бы хотел сегодня рассказать вам о той продукции, которую предлагает компания APL. Конечно же, основным продуктом компании APL это является серия продуктов Accumulate Essay. Что это за продукт? Это абсолютно уникальный инновационный продукт, эксклюзив компании, который аккумулирует в себе все те ингредиенты, те вещества, те активные вещества, которые входят в состав того или иного продукта. Самое главное, что аналогов в мире нет. Данный эксклюзив есть только у компании APL. Смотрите, хотел бы вот такой вот сделать небольшой акцент на то, что в течение 12 лет компания торгует именно этим продуктом. Она продвигает его на нашем рынке. И уже этим продуктом пользуются в 80 странах мира. Это о чем-то говорит. Это 12 лет продукт на рынке. И каждый год компания предлагает нам новые и новые продукты. В данной серии есть 18 видов дрожжей. И вот я хотел бы сказать, что данные дрожжи, они разделены на три группы. Первая группа, о которой я хотел бы рассказать, это группа из 8 продуктов. Продукты, которые необходимы нам на каждый день. Самый интересный продукт, который дает нам и повышает иммунитет, это, конечно же, продукт Grow. Этот продукт занял в рейтинге того же сайта Business for Home первое место по укреплению иммунной системы. Первое место. Это о чем-то говорит. Это здорово, это наша компания. Следующий продукт GTS. GTS, который дает нам возможность поднять свою жизненную энергию, который дает нам возможность не утомляться, который постоянно поддерживает нас, если мы занимаемся активным образом жизни. Данный продукт я использую, когда я выхожу на лед, и этот продукт дает мне силы для того, чтобы играть в хоккей вместе и на уровне с 40-летними, там, более, допустим, моложе людьми. Мне уже скоро будет 60, поэтому прошу любить и жаловать. Вот.
В группу также входит продукт норм, который нормализует сахар в крови, дает возможность контролирует обмен веществ в нашем организме. И также данный продукт регулирует сахар в крови и заставляет поджелудочную железу вырабатывать собственный инсулин. В этой группе еще есть продукт «Релакс», который дает нам возможность в течение дня не стрессовать. А еще есть такой нюанс у этого продукта. Если у вас плохой сон, я вам рекомендую за час до сна рассосать одно дрожжевое, положить его под язык, потому что данный продукт мы принимаем сублингвально, и буквально вы получите хороший, добрый и крепкий сон. В этой группе еще есть продукты для мочеполовой системы как мужчин и женщин, которые решают репродуктивную решают репродуктивную сторону. Если есть молодая семья, есть какая-то проблема. Есть продукт в этой линейке, в этой группе слайд, который помогает нашим суставам двигаться, который помогает клеткам вырабатывать собственный коллаген. Еще есть продукт стоп, который мы называем как, который действует как обезболивающее. Продукт действует обезболивающе, как работает с болью зубов, головы и прочего. Еще одна группа продукта линейки Accumulate SA – это группа продуктов премиум, в которой решает вопросы с деликатными проблемами. Непосредственно, когда мы встречаемся с людьми и разговариваем об их проблемах, то мы можем порекомендовать именно вот эти продукты как точного направления, точной направленности. В эту группу входит продукт Alt, который решает, работает с аллергией. Также продукт Melz, который борется с паразитами в нашем организме, выводит их и дальше выводит их жизнедеятельность, продукт Heart, который работает с сердечно-сосудистой системой, продукт Ice, Хэппер. И также элитные продукты, которые решают и дают нам возможность более выйти на более высший уровень. Это продукты Air с воздушной системой, работают с нашими легкими, Happy для счастья, Brain для работы головного мозга, Beauty, нутрицептик, который дает возможность для работы изнутри, для красоты изнутри. Ну и последний вот продукт, который появился в нашей линейке, это Perfect, который следит за идеальным нашим весом и дает нам возможность быть красивыми. А также в компании есть продукты на каждый день, продукты косметика Beauty для красоты нашей кожи, которой пользуются наши красавицы и также мужчины. Ну и, конечно же, чтобы подтвердить качество нашего продукта, в компании есть все необходимые сертификаты, чтобы наша продукция могла продаваться в Европе, в Америке, в Канаде, в России и в странах СНГ. Хочу выделить буквально два сертификата. Это сертификат халяль и сертификат кошерный сертификат, которые говорят о чистоте, о качестве продукта. Ну и продолжим о том, что у компании есть свое собственное производство. Производство, которое дает возможность быть независимыми от потребителя. Производство, которое дает нам возможность производить свою собственную продукцию и поддерживать ее качество. И также хочу заметить, что данное производство имеет те же самые сертификаты, что и продукт. Это говорит тоже о чистоте и о качестве нашего производства. Самое интересное, что у нас один завод находится в Европе, который обеспечивает продукцией Европу и другие страны. И также производство было открыто в прошлом году, в конце лета, в России, в Подмосковье, для того, чтобы обеспечить продуктом страну, ну, во-первых, Россию, ну и, конечно же, страны СНГ. Чем еще интересно наше производство?
тем, что мы не зависимы ни от кого, и у нас цена на продукт практически не менялась. Цена оставалась прежней. Продолжим дальше. Ну и, конечно же, ту возможность, которую нам дает компания, помимо того, что быть здоровыми, красивыми, иметь долговечность, быть долгожителями, нам компания еще дает 12 видов заработка. Возможность заработать в компании. И здесь я бы хотел заметить о том, что тот маркетинг-план, который есть в компании, я бы вам рекомендовал его распечатать, и чтобы он у вас был у всех на глазах, чтобы вы могли его изучить как можно лучше и знать, какие бонусы вы могли бы получать при продвижении данного продукта. Есть в компании, вот я уже сказал, 12 видов заработка. Это те заработки, которые мы получаем, ну, буквально мгновенно. Те заработки, которые мы получаем еженедельно. Те заработки, которые мы получаем в зависимости от квалификации. Хотел бы затронуть некоторые из моментальных заработков. Это, конечно же, клиентский бонус, который нам дает возможность получать 30% от закупки клиента. Сразу получать 30% от закупки клиента. И также 70% идет нам на активность. Еще хочу обратить ваше внимание, что компания выплачивает сеть 63%. Ни одна компания сетевая такие проценты не выплачивает. Если вы хотите об этом узнать, зайдите на сайт Business for Home, и вы увидите статистику остальных компаний. 74% наша компания выплачивает за клиентов. Это клиентский бонус. Дальше. Возвратный бонус. Это от 5 до 20% дает нам компания, когда мы приобретаем продукты серии All Time. Также самый интересный такой бонус, о котором хотел бы сказать, это стартовый бонус. Независимо от того, являетесь ли вы партнером или как бы имеете ли вы статус, вы, продвигая наш продукт, получите сразу стартовый бонус в зависимости от закупки вашего приглашенного. Ну и такие интересные бонусы, как лидерские, которые дают нам, которые выплачивает нам компания от того, что у нас, ну, это командный бизнес, я вам хочу сказать. И если работает ваша команда, и в вашей структуре появились лидеры, которые приглашают новых партнеров, и тем самым вам выплачивается уже лидерский бонус. Структурный бонус – это бонус от структуры. Ну, вот групповой бонус я хотел бы. Это чек от чека, так называемый бонус. Тоже дает нам возможность получать от 10 до 30%. Но еще хочу сказать, что если вы хотите более подробно узнать о продукте нашей компании, если вы хотите подробно узнать о тех бонусах, которые выплачивает компания, то, пожалуйста, можете зайти на сайт, и на сайте есть у нас все необходимое. Конечно же, о продукте, о том, какой состав имеет продукт и какие преимущества имеет продукт. И то же самое про то, что в маркетинг-плане каждый бонус раскрыт более подробно. И я хочу еще такой нюанс сказать по поводу заработка в нашей компании. Ну, благодаря Виталию и Надежде Бертрам, которые нам приезжали к нам в прошлый год, дали толчок, и я сам увидел, что здесь, да, действительно в компании можно зарабатывать. И что самое интересное, что, конечно же, нужно было погрузиться, изучить маркетинг-план и начать работать, начать двигаться. Но для новых партнеров я хочу сказать следующее. Заработок зависит от вашего входа. Первые три входа, которые есть в компании, на 100, на 200, на 400, я бы назвал это входы потребителей. Если вы хотите зарабатывать, то, пожалуйста, заходите и поднимайте свой статус. Делайте апгрейд своего статуса. Это статус на 600,
на 1800 VIP-статус и Diamond 3000. Самый лучший, конечно же, статус это 3000, где вы будете получать... Андрей, включи, пожалуйста, микрофон. Елене, управляющему директору, которая продукт продолжит наш вебинар. Благодарю. Ждем Елену Кёгель. Елена, подключайтесь, пожалуйста. Я подключилась, вы меня видите? Все отлично. Отлично. Итак, я продолжаю презентацию. И только что мы прослушали замечательный рассказ о нашем продукте, который выпускает компания. И еще мне очень понравилось, как было представлено Андреем, была представлена Андреем возможность зарабатывания денег в компании. Действительно, мы приходим по разным причинам в нашу компанию. Да? Я пришла сюда 2 года назад. И у всех у нас были какие-то свои жизненные ситуации, которые нас подтолкнули на изменения нашей жизни. И каждая возможность сейчас, через 2 года, каждая возможность общения со зрителями, общения с партнерами, общения с моими знакомыми – это возможность признаться моей любимой компании в любви. И сейчас моя жизнь совершенно поменялась и совершенно... все по-другому происходит. И я хочу сказать коротенько, совсем коротенько, что мне очень понравилось в компании и почему 2 года я уже здесь. Первое, что меня удивило, это то, что мне не пришлось покупать каких-то продуктов в больших количествах для того, чтобы работать в этой компании. И здесь достаточно мне было только самой попробовать, удивиться, убедиться, что продукты действуют. И далее я стала рассказывать просто всем своим знакомым об эффекте, о том, как эти продукты работают и действительно помогают это или нет. Когда я пробовала нацелить себя строго на зарабатывание денег и стала проводить множество презентаций, я сначала была напугана. У меня не получалось ничего, у меня не получалось подписывать партнеров, мне не получалось кого-то там убедить, вступить в команду. Да? Почему? Потому что был с моей стороны нажим. Да? А сейчас я поняла, что не надо расстраиваться, если даже мне люди отказывают в чем-то. Не надо отказываться, если сразу кто-то не подписался и просто отошел в сторону. Самое главное – брать рекомендации от тех людей, с которыми я общаюсь. Бизнес-рекомендации набирают обороты. Мы частенько даже боимся этого. Ой, спросить там телефончик, ой, кого-то попросить что-то посоветовать. А ведь это совершенно не ново в мире торговли и вообще в мире. Сколько компаний занимается тем, что они берут рекомендации и даже вознаграждают того, кто приводит в компанию своих новых партнеров. Даже совсем недавно у меня был пример, что мне нужно было купить машину, и я не знала, почему моя знакомая так настойчиво рекомендует мне вот именно этот сервис, именно этот салон Toyota. А потому что за то, что она привела меня туда как клиента, она получила хорошенькое вознаграждение.
То есть наша задача здесь, работая в компании, не бояться, разговаривая с людьми, брать как можно больше рекомендаций. Еще что мне очень понравилось в нашей компании, я опять же говорю, рассказываю свою тему, как мне кажется, да, и объясняюсь тут же в любви. Что мне еще понравилось? Что компания нас обучает. Нас работает на то, чтобы мы успешно работали, на то, чтобы мы пришли к успеху. На нас работает множество специалистов. 24 отдела, у которых есть свои обязанности. 200 сотрудников. Это и юристы, это и логисты, это и психологи, это и дизайнеры. То есть эти люди работают для того, чтобы наша компания процветала и чтобы нам было удобно с ней работать и ее рекомендовать всем. И что меня тоже удивляет, 5 континентов, представляете, на 5 континентах все это происходит. 12 лет компания существует. Это тоже очень приятно. И 12 лет, и можно сказать, что компания уже не новая. То есть я уверена в том, что то, что делается в компании, это правильно, раз она так долго уже живет и процветает. Но она еще и молодая. И это тоже свой плюс. Потому что у нас вновь прибывших, у нас партнеров есть возможность, возможно, какие-то новшества ввести, какие-то что-то свое оставить в этой компании. И тоже это приятно. 150 региональных центров занимаются обслуживанием наших партнеров и клиентов. И 350 дистрибьюторов работают в сети, опять же, продвигая нашу компанию. Очень интересно мне было коснуться этой работы. Торговлей я никогда не занималась, если можно сказать, это торговля, да? Торговля и рекомендации – это очень близко. Мне было интересно, потому что это было совершенно все ново для меня. И то, что компания нас учит, это помогло мне многому научиться. Но только мы не знали, как это, не знали, как. И пробовали изобретать какие-то велосипеды, пробовали что-то там вот свое придумать. Но мы должны знать, вот особенно новички, то, что в компании уже все продумано. И у нас есть замечательный бэк-офис, в который, кстати, новенькие с трудом, мы их пытаемся уговорить, и они многие отказываются. Ой, кажется, что если они вступили в компанию и имеют доступ к бэк-офису, это к чему-то обязывает. Нет, бэк-офис помогает нам жить в компании. Здесь мы получаем все новости о компании. Здесь мы получаем всю информацию, которая нам нужна для работы. И причем эта информация предоставлена в различных видах. Это и распечатанный материал, просто тексты, текстовой. Это и видео, это и фотографии, которые мы можем использовать на своих личных презентациях. В бэк-офисе мы можем посмотреть наше финансовое положение. Наше финансовое положение, ну, что я имею в виду, сколько я имею на своем счету денег, например, да, сколько, как мне проводить, когда и как проводить активность ежемесячную. Я могу посмотреть в бэк-офисе, каково положение моих партнеров в команде, которые находятся подо мной, для того, чтобы им суметь чем-то помочь. Здесь же в бэк-офисе мы можем просмотреть различные вебинары, различные конференции, различные презентации других партнеров. То есть вот бэк-офис – это одно из таких вот средств, которые нам доступны
для нашей жизни в компании, для нашего самообучения и обучения наших партнеров. Некоторые инструменты должны быть нам известны для того, чтобы успешно работать. И это совершенно элементарно, да, как у партнерки должны быть свои инструменты, ножницы, там, иголки, я там должна знать, как ими пользоваться. Так и здесь, работая с людьми, мы тоже должны это знать. Так вот, такими инструментами и являются наш, самым главным инструментом является наш бэк-офис. Еще компания помогает нам тем, что распространяет различные распечатанные материалы, флаеры, плакаты, баннеры. Все это мы можем приобрести, и это тоже нам помогает работать более наглядно. Я хочу сказать нашим партнерам, особенно вновь прибывшим, ребята, главное, не бойтесь, и главное, действуйте. У нас вот действительно, если в команде тишина и покой, то ничего не происходит. Еще одним инструментом являются наши мероприятия. Но об этом я бы могла говорить тоже тысячу лет, но я хочу предоставить слово нашей Маргарите Донгаузер, которая работает с нами, и она сегодня готовит следующую презентацию. Давайте послушаем о мероприятиях, как это делается, Риту. Всем добрый день. Всем добрый день. Меня зовут Рита Донгаузер. Многие меня уже знают. И квалификация моя — управляющий директор. В компании я уже, можно так сказать, 4 года. В апреле будет ровно 4 года. И мне хочется с вами поделиться опытом, и, может быть, рассказать о каких-то фишек, почему же я задержалась в этой компании, почему я до сих пор в этой компании, почему мне это очень нравится. Если мы посмотрим с вами следующий слайд, на следующем слайде мы увидим, что же нам дает компания. И вот я хочу рассказать немножко свою историю. Да? Что меня зацепило в нашей компании – это мероприятие. Потому что на мероприятиях мы как лидеры растем, растет наша команда, мы получаем такую мотивацию, мы хотим идти дальше. И такая вот маленькая история, знаете, когда я только вступила в компанию, и мне захотелось узнать, что же это за люди, да, что делает компания, как она работает, и я поехала на летнюю академию в Голландию. Конечно, здесь меня очень сильно зацепило. Но когда я попала в компанию, когда я попала на мероприятие в Москве, был юбилей компании, вот это меня зацепило на все, я не знаю, 100%. И после этого я сказала себе, что я хочу здесь быть, и я хочу идти дальше, я хочу растить свою команду. Понимаете, вот что делают мероприятия, да? Мы зажигаемся, мы идем дальше. Поэтому никогда не бойтесь делать первые свои шаги. Теперь на следующем слайде я бы хотела вам показать, что в компании существует система. А когда есть система, есть дисциплина. И мы уже, многие партнеры, знаем, что скоро будет какое-то мероприятие, да, что вот по понедельникам у нас такое мероприятие идет. И мы уже это знаем, и вырабатывается такая, знаете, вот в тебе действительно дисциплина, и ты уже хочешь поучаствовать на этих мероприятиях. Вот смотрите, в компании есть как бы три направления проведения мероприятий. То есть сама компания проводит мероприятия, это такие большие глобальные, допустим, как вот недавно в январе было Golden People,
Это мы отмечаем день рождения президента. В мае месяце у нас обучение в Турции будет. Да, это я вот коротко просто говорю. Есть летняя академия. Это те мероприятия, которые проводит действительно компания. Есть мероприятия, которые проводят наши вышестоящие лидеры. Это большие форумы, большие встречи. И есть мероприятия, где проводят сами уже партнеры. Делаются большие бизнес-семинары, делаются презентации, делаются тоже также встречи. В общем, компания не дает вам скучать. То есть мы не только, допустим, зарабатываем деньги и используем продукт наш, применяем, но и мы даем возможность людям раскрыться. Со следующим слайдом я бы хотела тоже немножко вам сказать, что вот если вы заметите, в правом углу в зелененькой строчечке написано: «А что, если не получится?» Вы знаете, вот тоже опять же на своем примере, что побывав на первом мероприятии, мне захотелось быть на втором мероприятии, на третьем, на четвертом, и захотелось мне пробовать самостоятельно проводить мероприятия. И, конечно, мы в нашей команде, у меня большая команда уже, и мы стараемся проводить это. Поэтому мой вам совет: никогда не бойтесь делать первые шаги, никогда не бойтесь что-то пробовать. Да? У вас всегда будет поддержка, у вас всегда будут ваши лидеры, которые всегда вам помогут и показать, как проводятся эти мероприятия. Не бойтесь выезжать на мероприятия. И всегда в различных соцсетях, потому что выкладываются фильмы о больших мероприятиях. И вот смотрите, такой красивый слайд. Я вам говорила, да, что у меня уже большая команда, и мы не боимся делать эти шаги с мероприятиями, и мы выезжаем на мероприятия, будь они маленькие, будь они большие мероприятия. Поэтому вот посмотрите, да, вот ярко все, ярко, красиво, большой состав команды всегда выезжает, да. Вы не думаете, ну как, вы всегда должны думать не только о себе, а о своей команде, вывозить обязательно новичков, никогда не бояться, всегда вот действительно идти вперед. Если нужна помощь, вы всегда можете к нам обратиться, да. У нас очень креативная команда, посмотрите, какие мы все красивые, мы всегда стараемся быть разными, и от этого и команда растет, и растете вы как сами лидеры, потому что от мероприятия к мероприятию мы растем. И вот смотрите, даже на сегодняшний день, на следующие выходные, мы с командой в количестве 10 человек выезжаем на большой бизнес-семинар, который будет проводиться в городе Хоф, и проводит замечательная пара Вальдемар и Наталья Гавлик. Вот смотрите, мы опять, да, не остаемся в стороне, потому что я хочу вывозить свою команду, я хочу развивать свою команду, а мероприятие нам дает такой шанс. Поэтому вот в нашей истории появится еще одна замечательная фотография нашей команды. И что я еще хочу сказать, что вот действительно компания APL – это яркая компания, которая дает вам все. В этой компании есть все – и бизнес, и замечательный продукт, и замечательные мероприятия, и общение, и новые знакомства. Поэтому не бойтесь делать первый шаг, вот как я, да, с моим примером. Поэтому идите вперед, никогда не задерживайтесь, никогда не слушайте негатив, делайте свое дело. И мой вам совет, даже просто начинайте с маленьких мероприятий, пусть это будет, допустим, кофе-день, да, вы пригласите 2-3 своих партнера, и пусть 2-3 гостя будет. И вот поверьте мне, с таких маленьких мероприятий вы вырастете, и вы будете проводить уже очень большие мероприятия, такие, допустим, как ББС, как форумы. Поэтому вот вам такой посыл именно от меня. И это очень такой красивый слайд. Я думаю, что вы уже многие много раз уже видели в соцсетях, в группах, в различных, допустим, в Телеграме, в WhatsApp-ах. Многие есть у вас контакты, и вы видели вот такое объявление, приглашение на международный форум, который состоится в Германии и проводит большая-большая команда Star Team APL Go под руководством
Виталий и Надежда Бертран. Поверьте мне, на этом форуме будет очень круто, очень зажигательно. И поверьте мне еще раз, что Надежда и Виталий, они умеют зажигать сердца. И мы будем очень-очень рады вас видеть на этом форуме. Берите с собой гостей, берите своих партнеров. Вы не пожалеете, потому что это будет очень большое мероприятие. Это будет международное мероприятие, где будут лидеры со всех стран, пусть не со всех, но с многих стран, и с которыми вы можете познакомиться. И еще хочу сказать, знаете, чем вот лежать на диване и наблюдать за нами, лучше приехать и сидеть рядом возле нас и смотреть это все своими глазами. Поэтому добро пожаловать, приезжайте, и это будет действительно круто. И я хочу передать слово следующему спикеру, это замечательному человеку, вышестоящему лидеру, которого я очень люблю, уважаю, который всегда на связи, это Надежда Бертрам. Рита, огромнейшая благодарность за представление, огромнейшая благодарность всем предыдущим спикерам за то, что вы так здорово осветили нашу компанию, за то, что вы рассказали о моментах, которые вас затрагивают. И я хочу тоже коротко представиться. Надежда Бертрам в компании «Пел» мы с Виталием уже 8-й год, 7 лет, и рука об руку идем и развиваемся с этой компанией. Да, очень рады, что в свое время мы познакомились с этой компанией. И сегодня уже, да, такой опыт предпринимателя, сетевого предпринимателя, который ведет за собой огромную команду. Да, и вы, наверное, спросите, благодаря кому и благодаря чему вообще происходит это развитие? И кто же организовал эту компанию? И кому мы должны быть благодарны за то, что нам дают такую площадку для развития? И я вам хочу сказать, что когда мы познакомились с этой семейной парой, мы поняли, что мы хотим быть рядом с ними, потому что молодые, амбициозные, семейная пара, которая движет нами сегодня вот действительно вот своим позитивом. Это семейная пара, которая является многодетной семьей, которая имеет деток, то есть тоже строит своего рода определенную дружную команду. И Сергей Сергеевич и Ольга Владимировна делают все возможное, чтобы мы с вами получали именно качественную компанию, чтобы мы с вами получали тот качественный контент для нашего развития. Как же это происходит? Почему именно компания «Пел» сегодня развивается с такой скоростью? Да потому что система, которая была придумана и основана этим человеком, нашим президентом и основателем Сергеем Сергеевичем, да, она именно состоит из 5 пазлов. 5 пазлов, которые вы сегодня осветили. Именно эти пазлы работают у нас как единый механизм. Мы с вами затронули команду. Без команды, в принципе, ничего не работает. То есть Сергей Сергеевич задает темп, а команда из этих 200 сотрудников, которая уже была озвучена, работает на 5 континентах, делают под его руководством те моменты, чтобы нам было комфортно. Продукт, конечно, основной пазл всегда в любой компании – это продукт, потому что продукт должен быть потребляемым, репотребляемым, качественным и, конечно, как уже было сказано, именно 3А+, то есть продукт, который является именно био, который является потребляемым и, конечно, действующим. Мероприятия. Конечно, те партнеры, которые когда-нибудь соприкоснутся с мероприятиями, они скажут: господа, хотим быть с вами навсегда. Вам прекрасно озвучил возможности Андрей Слюдиков, это руководитель регионального центра в Омске, да, именно возможности, которые дает компания, потому что компания «Пел» дает возможность абсолютно каждому человеку, неважно в какой он профессии, неважно в какой он возрастной категории и неважно какого он вероисповедания. То есть это очень важно понимать, что каждый может здесь найти именно ту возможность, о которой он мечтал. И, конечно же, система. Все это должно быть систематично, все это должно быть сформировано именно в таком пазле, чтобы это мог повторить абсолютно каждый. И Сергей Сергеевич всегда на своем вебинаре в начале месяца говорит: очень важно, чтобы пазл сложился идеально, да, и хочу на этом моменте еще сказать, что почему именно я затронула, что Сергей Сергеевич каждый месяц к нам выходит, почему? Потому что наше руководство, оно доступно, и мы должны понимать, что президент
компании BL, он всегда с нами, он показывает нам новые этапы развития, то есть он всегда показывает, на каком уровне мы сейчас находимся. И, конечно, его супруга, директор креативного отдела, человек, который создает для нас именно тот контент, которым мы сегодня пользуемся каждый день. Да, и в продолжение хочу вам сказать вот такой вот очень важный момент, когда мы с Виталием были, мы не были в поиске, когда мы уже анализировали компанию PL, мы задавали себе также такие вопросы. Я думаю, что очень многие, которые сидят сегодня в этом зале, задают себе вопрос для того, чтобы принять именно то окончательное решение, то важное решение в его жизни. Да? И мы, именно когда выбирая компанию, мы задаем себе вот такие вот вопросы. Легальны ли компании, в каких странах? И сегодня уже на примере спикеров наших вы услышали, что 25 представительств, официальных представительств, 75 стран, где поставляется наша продукция. Сколько лет на рынке? Конечно, очень часто люди говорят, ну да, если 5 лет, то это еще, знаете, такой вот детский-садовский период, где, может быть, с компанией все случится. Нам сегодня уже 12 лет. То есть компания стремительно развивается. Эксклюзивен, эффективен и качественный ли наш продукт, да, именно на примере мы сегодня показываем, что продукт действует здесь и сейчас, что технология, которая заложена в этот продукт, именно позволяет мгновенному поступлению той энергии, в которой мы сегодня нуждаемся. Есть ли собственное производство? Конечно, это очень важно. Почему? Потому что мы не зависим от капризов, от капризов поставщиков, да, то есть это очень тоже важно. Почему? Потому что если мы сегодня будем зависеть от перезаказов, конечно, у нас может быть не вовремя поступать продукция. Какой процент выплат? Конечно, мы всегда сравниваем, что есть на рынке. Если мы будем сравнивать и смотреть, какой процент выплат идет в нашей компании, то сегодня вам это тоже озвучили. Как часто меняется план компенсации? Очень часто, когда идет какие-то перемены, какой-то сбой, то мы понимаем, что что-то в компании не то. Мы уже на протяжении 12 лет, мы видим, что план компенсации не менялся. А если и меняется, то меняется только в лучшую сторону. Кто управляет этой компанией? Да? Очень часто нам говорят, вот у нас сообщество, где... Там 2-3 учредителя, где 2-3 акционера, да, то есть нам, например, этот концепт уже не интересен, потому что на нашей истории были такие моменты, когда компания из-за того, что учредители, акционеры не могли договориться, да, получается, компания уходила с рынка. Здесь у нас один президент, у нас нет долгов, у нас нет каких-то кредитов, да, то есть у нас именно компания, которая является достойная, и у нее достойная репутация. Есть ли возможности обучения? Да? Даже то, что мы сегодня с вами проводим такой вебинар, нужно понимать, что это именно входит в систему обучения. И сегодня очень много было еще затронуто тем, что есть внутренний наш университет, есть EPL-офис, в котором вы можете найти абсолютно все темы, которые должны быть затронуты в компании EPL. Да, есть ли программы «Специальные условия» для тех, кто хочет путешествовать? Конечно, очень много программ. Я думаю, что если вы с нами познакомитесь поближе, вы сможете познать именно ту систему или то путешествие, которое по душе вам. Да, и сегодня управляющий директор Рита Дунгаузер рассказала вам именно о той маленькой части, в которой путешествовала она. Но я думаю, что если мы сделаем отдельный вебинар по путешествиям, вы будете удивлены, насколько часто, насколько много путешествует компания EPL. И плюс, если говорить на своем примере, хочу вам сказать, что мы с Виталием уже посетили огромное количество стран, даже иногда уже сбиваемся со счета. И так же, как очень важно всегда говорится, а если вдруг не получится? Ну, не получится, не получится. Вы имеете качественный продукт, который меняет вашу жизнь. И для того, чтобы успешно стартовать в сетевом бизнесе, важно действительно выбрать ту надежную и подходящую компанию для вас. Да, то есть именно обратить внимание, что в EPL гармонично развиты все 5 главных составляющих MLM-компании. Да? То есть и система есть, и продукт есть, и возможности есть, и система есть. И, конечно, у нас идет самое важное, что у нас есть здравомыслящее руководство, которое слышит своих партнеров. И в продолжение мы хотим просто, когда вот вы будете действительно для себя выбирать,
что же такое APL, и мы хотим вам сказать уже на опыте, на нашем опыте, что APL – это больше, чем бизнес, потому что здесь вы увидите лучшие события, здесь вы столкнетесь с лучшим компенсационным планом, с планом выплат, здесь лучшая команда, здесь лучший продукт для быстрых продаж и здоровья. И самое важное, что лучшая система поддержки. Я сейчас говорю даже больше о системе поддержки партнеров, партнеров, которые находятся в нашей команде, потому что у нас всегда девиз «один за всех и все за одного». И, конечно, очень простая регистрация, очень простой вход. Да? Вы можете просто сосканировать код, который вам направят те лидеры, которые сегодня проводили презентацию, или те лидеры, которые пригласили вас на эту презентацию, и вы можете просто по телефону, бизнес на ладони, пройти все стадии, вы можете посмотреть, насколько прост бизнес именно в компании APL. Узнайте больше, задайте больше вопросов тем лидерам, которые вас сегодня пригласили. Да, и в продолжение хотим еще раз вас пригласить на наш форум в компании APL. Мы хотим с превеликим удовольствием вам сказать, что 27-28 апреля 2024 года мы с вами встретимся на прекрасном мероприятии, где мы с вами сможем, если с кем-то еще не знакомы, сможем познакомиться. И мы хотим вам послать частичку нашего тепла, частичку нашего тепла нашей команды, которая приглашает на форум 27-28 апреля в городе Фехта. Весь бы мир от нас отколол полотна. А вы я не царица. Третья молвила девица. Так, маленькая техническая. Не хочет сначала включаться. Ты для батюшки царя так, родила. Три девицы под окном общались поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, я на весь крещённый мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, на весь бы мир одна соткала бы волокна. Кабы я была царица, третья молвила девица, ты для батюшки царя родила богатыря. Нет, девчата, то не ново, пока быть мамой не готова. Бизнес бы какой открыть, царь бы мог и подсобить. Так тебе тогда на форум. Где? Когда? Уже он скоро? Фехту срочно поезжай. Там про бизнес все узнают. Лидеры со всего света открывают там секреты. Быстро как разбогатеть. Быть красивой, не болеть. Еду я туда, друзья. Этот форум для меня. Этот форум и для нас. Слушаем, что там будет класс. Дорогие друзья, приглашаем вас на международный форум «Новая эра», который состоится в Германии, в городе Фехта, 27 и 28 апреля. Команда Start Team APL Go ждет вас. Приезжайте, приходите, прилетайте. Вы должны быть там. Три девицы под окном общались поздно вечерком.